Книга «Открытым оком», тема «Ереси, секты», вопрос 429. Как вы относитесь к учению тибетских монахов? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все восточное с этой стороны церковь рассматривает как внецерковное. Тут же и Рерихи, и Блаватская. Одним словом, если выразить, то от сатаны. Здесь рассуждать не о чем. Откровение, 2 глава, 24 стих. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, который не держит сего учения, который не знает, как называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Откровение, 21 глава, 27 стих. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Посмотришь на их фотографии, этих гуру, они уже видом даже говорят, что они сатанисты. Когда они учат своих маленьких избранников на должность Верховного Ламы, показывают им мертвецов, восстающих и прочее, это уже только в кошмарном сне узришь и будешь читать «Да воскреснет Бог».